Игорь Юрьевич, будьте любезны, расскажите нам, как надо работать правильно с манками по деталям, как держать манок, как выдувать звук, каким образом располагать к себе лепестки и, в общем-то, как выбирать правильный манок. И что такое правильный манок на сегодня? Ну, правильный манок, конечно, это манок, который звучит как утка, а не как ворона или что-либо еще. Манок, с одной стороны, очень простая вещь, с другой стороны, она требует минимальных базовых навыков. Вы должны знать, как им пользоваться. Первое – это удержание манка. Манок утиный держится одной рукой. Вы захватываете манок между большим и указательным пальцем, охватываете, и продолжение манка делаете руку в виде... Ну, вот такой вот трубочки из пальцев. Вот. Следующий момент – это дыхание.